Мы находимся на минус первом, так сказать, этаже. Вы можете видеть уровень земли. Еще посмотрите, насколько ниже уровень земли, насколько ниже это помещение. Сидим здесь в уголочке и увидели и что-то каменное. Подумали, что это могла быть лестница. Возможно, вместо этого окна когда-то была дверь. Были ступени. Первая ступень, вот вторая ступень. Потом он из них на тот, когда планировали кафе, уже все подобрали. Похоже, да? Ты лучше шот сделай и выложи таким же. Вот. Здесь что мы еще видим? Интересное помещение папа. То есть вот здесь какое-то тоже усиление в виде стены. Что еще? На что мы обратили внимание? Швеллера клепанные. Это, видимо, говорит о том, что прикрытие железобетонное, тоже с каким-то швеллерами. Вот основные балки металлические, покрытые сделаны ржавчиной. Еще интересно. Люди сидят, отдыхают, а мы рассматриваем декор. Здесь тоже какая-то была перестройка вот здесь в уголке. Стена была. Такая часть. Здесь такой не то медный, не то латунный, какой-то порох. Остался только как красиво голубой, поедешь белый. Далее видно, что стена немножко подразошлась. Ее пытались соединить, скрепить вот такими швеллера, наверное, это называется. Андрюш, как называются эти металлические штуки? Закрепки. Нет, сами рельсы. Да не рельсы, швеллера, да? Да. Видно, что стена не то треснула, не то какая-то часть была перезаложена, вот эта вот часть. И кирпичную кладку соединили вместо того, чтобы она в определенный момент не рухнула. Интересный момент. И здесь тоже проем длины усиливали. Металлическими конструкциями. Здесь тоже интересная длина. Толстый слой штукатурки был снят, но кое-что оставлено для декора. Вот эти толстые слои, на которых было такое. Мечтали, на что он такой. Звездковый смесь, вот родная звездковая смесь была. Она белесая немножко, и там где-то что-то вот это время. Строительство камбэя, ремонт, что-то делали, что-то оставили. Вот эти вот шевелера. Похоже, что... Смотрите, как...
так странно выглядит перекрытие потолка. То есть такое ощущение, что было высокое здание, ушедшее под землю. Давайте еще раз уровень. Вот уровень асфальта. Было высокое здание с высоким первым этажом. Почему-то оно опустилось под землю. И пришлось вот эту высоту делить на две части. Сверху находится кафе тоже от этого же заведения. Мы находимся на Мучном переулке. Это улица, этот переулок, он раньше назывался Мучная улица, потом Мучной переулок, Мучная улица, затем Мучной переулок, потому что здесь раньше это здание, которое видно сверху, там были мучные ряды. Еще с 1700, второй половины 1730-х годов здесь происходила бойкая торговля мукой. Были мучные склады, мучные магазины. И вот эта улица примерно относится к периоду начала, середины 17 века. То есть почему здания оказались ниже уровня современной улицы? Это вот вопрос, который мы пытаемся разгадать. Но то, что мы здесь видим, что конструктив это явно был изменен, переделан. И однозначно раньше так не строилось. Андрюш, какие твои наблюдения? Какие твои наблюдения? Что ты скажешь? Что сказать? Столько времени прошло. Я вот даже смотрю на эти швеллера, мне кажется, это просто имитация заклепок. Обычный швеллер кинут, а просто заклепка просто как-то сверху приклеена. Да нет, какое это делать, как усложнять. Тем более она, посмотри, какая ржавая конструкция. Ну, то ты сама и говоришь, да, а тот металл не ржавел. Но это не тот металл. Шлепанный. Вот об этом же речь. Это уже более поздний металл, который ржавеет. Я так думаю, что это, возможно, дореволюционный, но начало века все-таки. 1900-е начало. Но опять-таки, начало чего? Начало перестройки и реконструкции этих зданий. То есть первый этаж-то, который сейчас под землей, однозначно он был построен раньше. Почему он оказался ниже уровня? И почему нужно было настраивать еще один этаж? Плиты перекрытия, вот они. Сверху лежат. И там это обычная советская плита. Вот они. Да, металл заклепанный, залитый бетоном. Здесь уже могла быть... А это... Смотри, здесь могла быть уже не одна реконструкция и как ремонт. Поэтому вот это уже железобетон, это явно уже какие-то советские времена. Но то, что мы видим... Конечно, это остатки строительных разных времен мы тут видим. Понятное дело, что это здание несколько раз переделывалось. Просто потом посмотрим, насколько мы правы. Заглянем в историческую справку, посмотрим. Но однозначно ведь это так не могло строиться изначально, да? То есть окна, они перегорожены поперек, можно сказать. И вот это вот то, что мы увидели, что здесь было. Либо это был какой-то подоконник ниже уровня земли, либо это были лесенки, оформлены в камне. Что вы думаете об этом? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Очень интересно ваше мнение. Еще надпись есть.
Это может быть вообще кондиционер. Смотри, какой самый. Открывать бутылки скорее всего. Да? Или закрывать. Устройство. Старинный такой самый. Интересно. Вот такой антураж. Скафандр. И вот насколько мы поднимаемся. Поднимайся, Андрюш. Поверхность асфальта. А давай здесь зайдем тоже. А вход через бар. Пойдем туда, зайдем, посмотрим вот сверху что. Через бар. Арка. Это, наверное, там, снизу. Ну, нам посмотреть на потолок, да. Все равно ровная уже это. Ну, да, арка, ровный видишь, потолок, но арка вот она, есть. Арка есть. Есть. Ну вот этот верхний уровень. Наш официант помахал нам рукой. Так, и вот такая лестница. То есть это было все поделено на два этажа, да даже, скорее всего, здесь еще выше, наверное, было помещение, потому что такие же перекрытия. Вот как-то так получилось. Теперь давайте посмотрим, в каком уровне это все находится. И где мы сидели? Вот наш столик в углу. Вот здесь мы сидели. Посмотрите, на каком уровне это все находится.